Всем привет, ребят! С вами я, Усаган. И как вы знаете, вчера вышел новый Бравл Толк. Я его глянул и понял, что он будет байкерским. Потому что, ребят, на первом уровне Бравл Пасса нового нас ожидает больше Карл. Я нас ждет два новых Бравлика, Джан и Бонни. Но, так как сказал Паула, которая, кстати, новая появилась в Бравл Толке, она сказала, что она Бонни будет доступна в новом следующем сезоне, ребят. Я удивился. Ну как так может быть? Я думала, они оба будут доступны в новом сезоне. Но, ребята, видно, что не совсем так. В общем, ребят, появятся новые золотые скины, говорили нам, которые никому не нужны, ребят. Ну да. В принципе, не нужны какие золотые скины, и даже серебряные не нужны. Кому нужны, ребят, эти скины? Ну скажите. Не знаю, зачем в каждом Бравл Толке они просто есть. Но я не знаю, стоит ли их убирать из Бравл Толка или не стоит. Мне кажется, стоит все-таки их убирать из Бравл Толка. Ну, ладно, ребят, теперь поговорим о новых режимах. Новых режимов почти нет, только один. Этот режим, в нем надо собирать болты. Они падают с роботов, если роботов убьют. Падают с неба. Странно бы не звучало бы, ребят. Ну, короче, там еще куча всего в основе будет, ребят. Куча новых скинов будет, ребят. Я даже их перечислить не могу. Мне кажется, ребят, что... мне больше всего понравилось, знаете, на кого, ребят, скин? Мне больше всего понравился скин на Мистера Пи. Мне очень он понравился. Потому что, во-первых, Мистер Пи мой довольно любимый боец, а во-вторых, скин у него реально крутой, ребят. Кстати, кто не видел Бравл Толк, обязательно посмотрите, чтобы узнать обновление. Потому что, если вы посмотрите его, то тогда, ребят, вы не узнаете, что будет в новом обновлении.